Но это на злобу дня. Вот прошел заморозок, вот это же, честно говоря, я даже не помню за 50 лет, чтобы вот в такое время, в 20-х числах сентября, минус 5, минус 7. Не было. 1-2, я согласен. И когда первое занятие началось, у меня первый вопрос: а что делать? У нас виноград пропал, замерз виноград. Я говорю: не бойтесь, если вы грамотно подобрали сорт, он у вас не замерзнет. Если вы взяли этот сорт где-то, не зная что, и не подошли к нему, так сказать, вот с точки зрения выбора на наш климат, ориентации на наш климат, то может и замерзнуть. А я говорю: а где же вы были? Я же в прошлом году вас сразу же говорил, календарь виноградаря. Снял виноград в 20-х числах сентября, дальше уже ждать нечего, его украдут у вас все равно, караулить надо. Вот. В 20-х числах снимает, он сахар набрал, виноград нормальный, все. Снять со шпалеры, снять урожай и положить куст на землю. И прикрыть пленкой. Все, тогда вы будете спать спокойно до середины октября. Он пускай вызревает лоза, глазки вызревает, все. Он без вас все это пройдет процедуру. Но только сохраняйте его. И не запарьте. То есть должны быть отдушины, чтобы он не запарился. Все, виноград лежит, и только потом вы уже начинаете делать обрезку его. А когда уже обрезали, тогда уже вы его готовите в конце октября к зимовке.